Ну а в Махачкале состоялись матчи второго тура любительской футбольной лиги Дагестана. Игроки в очередной раз порадовали болельщиков напряженными и захватывающими матчами. О победителях расскажет Марат Лугуев. Лидерство после двух туров захватили Дзабдзиб и Штурм. Футболисты Штурма вырвали победу в тяжелом матче против Миры. На последней минуте первого тайма счет открыл Абубакар Абдулаев. Во втором тайме красивый выстрел удался Руслану Муртазалиеву. Дзабдзиб крупно обыграл Хазар. В первом тайме мяч ворота после своего удара добил Азамат Атуев. В начале второго тайма стараниями Шамиля Магомедова Хазар счет сравнял. Но в оставшееся время Дзабдзиб еще трижды распечатывал ворота Хазара. Постарались Багадзиев, Алиметов и Чарандаев. Также к фаворитам причисляют Чараду, но ей не удалось удержать победу в матче против Тындербека. За ничью чародинцы должны благодарить своего вратаря Ибрагима Манцаева, который выручил свою команду в двух убойных ситуациях. Но удар Насрулы Алигалбацева был неотразим. Гурбуки-2 проиграл Буглену. Защита Зирих Герена не дала развернуться Тамаеву. Спортлидер снова сыграл в ничью. Шамхал чуть не отыгрался со счета 0-3. В спину лидерам дышат Тындербек и Горцев. В подвале таблицы целая группа команд. Пока рано делать выводы. Хэт-трик Руслана Ханбулатова вывел его на первое место в списке бомбардиров. Матчи против КПРФ становятся хорошей новостью для бомбардиров. Третий тур состоится 27 ноября. Стоит выделить матчи Дзабдзиб-Горцы и Штурм-Цумада. Не упускайте из виду и матч КПРФ-Тындербек.